4 пятницы подряд в Великом Посту церковь вспоминает страсти Господа нашего Иисуса Христа. Выносится вечером Евангелие на центр храма, читается Евангелие от 4 евангелистов. И воспоминания происходят, мы с трепетом читаем великий подвиг Господа нашего Иисуса Христа. Так как мы вспоминаем подвиги наших военнослужащих, которые погибли на протяжении всех мировых войн, наших усопших дедушек, прадедов, празднуем победу, естественно. И все для нас это свято. И почему? Потому что люди отдали свою жизнь, отдали свою силу для того, чтобы люди жили под мирным небом. И самая высокая жертва – это Иисуса Христа. Господь, который все создал на этой планете, для людей создал. Люди пали и все равно ничего не поймут, и никогда не поймут, и все равно будут барахтаться в грехах, будут ненавидеть друг друга, убивать, завидовать. И Господь принял себя в жертву, чтобы Его искупительная жертва покрыла все наше, все наши немощи. И я всем советую, друзья, вот эти 4 евангелиста, которые на экране, в описании я оставлю, почитайте эти главы в семье вечером, после ужина, сядьте с семьей, почитайте, у кого есть возможность, порассуждайте на тему, поговорите на эту тему. И поверьте, Иисус Христос войдет в сердце так, что вы будете Его любить. А если будете любить Его, то и всех любить будете тоже. Помоги всем, Господь, и пускай все это закончится огромной большой победой. Победой добра над злом, жертвы над грехом, как сделал это наш Иисус Христос, наш любимый Бог и Сын Божий.